Завершилась профильная смена для школьников кампус ЧГПУ. Она состоялась благодаря гранту Министерства просвещения России, который выиграл ВУЗ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 10 дней на базе санатория «Жемчужина Чувашии» шло погружение в сложный мир IT-технологий. Они разрабатывают шифры, пишут коды, анимируют логотипы. Речь идет об участниках профильной смены молодежных инноваций кампус ЧГПУ. Поскольку мы с вами переходим в информационное общество, в приоритете становятся специалисты в области IT-технологий, чем мы, собственно, и занимаемся. А для ЧГПУ плюс в том, что мы привлекаем будущих абитуриентов. Программирование, дополненная реальность, дискретная математика, а всего 10 лабораторий. В каждой из них участники должны защитить кейс на определенную тему. Так, например, в направлении робототехника школьники решали проблему загрязнения Волги. Я сейчас держу в руках робота, одного из трех типов, который сможет убирать бытовой мусор с нашей родной реки. Также они смогут собирать водоросли. Во время решения нашего кейса мы осознали, что водоросли можно будет использовать для получения энергии, что, конечно же, будет рывок в будущее. Еще они смогут мониторить браконьеров, что, конечно же, намного улучшит экологическую снова же обстановку. Детская смертность при ДТП, кейс лаборатории «Виртуальная реальность». На решение проблемы участников 3 дня. Ребята разработали виртуальный модуль. Любой, кто наденет очки, видит аварию глазами водителя. После просмотра видео у большинства людей страх, ужас и переосмысливание своего поведения во время дорожного движения. Если отвлекаться на посторонние предметы, можно попасть в ДТП и устроить аварию. Чтобы попасть в кампус ЧГПУ, все желающие проходили отбор. По его итогам 150 лучших из лучших приехали на базу санатория республики. Среди участников не только ребята из Чувашии, есть и школьники из Беларуси. В их числе Егор Васильков. Я первый раз в таком крутом лагере. Мне здесь очень нравится дружелюбная атмосфера. Модераторы заинтересованы, чтобы ребенок не скучал во время смены, и для этого делают все. В течение смены участники не просто посещали лаборатории. В программе кампуса мастер-классы, лекции, экскурсии на предприятие «Сейспель» столицы Чувашии. Кстати, по итогам смены лучший участник отправится представлять республику на международный чемпионат кейсов.